Здорово всем, ребят, с вами Хилл Хёртс. Вы не поверите, эта игра The Last of Us, одни из нас, в общем-то, наконец-то пришла карта захвата, и этим видосом я открываю то, что первый раз в жизни буду писать через карту захвата. Посмотрим, чё, как, кого, куда, надеюсь, будет на мана, правда, надеюсь. Так, одни из нас, оставшиеся позади, чего, пройдите сюжетную кампанию? А, еще не скачалось. Ладно, давайте параметры. Мне бы звук потише, потому что я сейчас сижу, громкость, и вот честно глохну. Голос можно погромче, заставки чуть потише. Все еще. Я не знаю, как основную громкость поменять, честно, мне безумно орет. Устройство. Ладно, с этим я потом буду разбираться. Язык русский, надеюсь, стоит. Русский, хорошо. Изображение. Ладно, потом разберемся. Короче, огромное всем спасибо, кто принимал участие в сборе на карту захвата. Правда, большое сейчас спасибо. Я безумно рад, я уже потестировал. Ну, вы сейчас не представляете, сколько на мне проводов, сколько проводов у меня на столе. Я, короче, обмотан наушниками. Я тут примотан микрофонами. Ну ладно, разберемся. Ну давай, новая игра. Низкий, нормальный, высокий, максимальный реализм. Я думаю, вы меня съедите, если я нормально буду. Давайте пробуем на высоком. Так, новые игровые данные, давай. Идет сохранение. Ага, хорошо. Вообще, вроде как задержки даже и нет. То есть я пишу в OBS, захватывается экран и автоматически перемасштабируется в Full HD. Если это еще при рендере будет шикарная красивая картинка, это не будет моих слов, ребят, честно. Микрофон, к сожалению, от гарнитуры, потому что дефолтный микрофон, я не знаю пока, как его присоединить к моему рту, а если сидеть близко, я тупо ослепну еще сильнее. Вот, это телевизор щелкает, он старый. А вопрос в том, скачалась ли у меня игра, установилась ли полностью, или тут просто такие долгие загрузки. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ух. Sony Computer Entertainment Presents. Naughty Dog Game. И еще к вопросу о том, играть на стриме или в соляного. Я бы, наверное, в соляного, честно. Потому что, мне кажется, эта игра заслуживает максимальнейшего погружения, ребят. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага. Да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. О-хо-хо-хо. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Скажите, пожалуйста, нужно субтитры делать или не нужно, ребят? Спи, котенок. Начинается геймплей вроде, да? Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? Конкретно я, ребят, честно смотрел только вот начало.
Так В что чем там дело? вначале чуть-чуть знаю, дальше нет. Нифига. Телефон молчит. Так, непонятно. Давайте. Вот елки. Забыла отдать открытку. Смотреть, что мы можем делать. Как-то можно взаимодействовать? Дорогой папа, давай посмотрим. Ты... Музыка. Это... Ясно, Сара, хорошо. Влад не очень в английском, как вы знаете. О, кресло, груша, клевое. Давайте я проверю, как запись идет, и мы продолжим. 5 сек. Не, ну в целом очень даже недурственная картинка. Прям не знаю, как в динамике будет. Вот в статике просто пушка, ребят, серьезно. Надеюсь, что и на стрим получится вывести без проблем. Но с этим чуть попозже будем разбираться. Блин, охереть, как круто. Так, ну, короче, рум-тур у нас сегодня. Что в газете пишут? Наверное, английская газета. Speaks, это ясно. Сложно, ничего не понятно. Возможно, будет темно, ребята, если темно, папочка, напишите, пожалуйста. А, подождите, я же могу, наверное... настройки, есть настройки? Параметры, чуть яркости прикрутить. Изображение. Так, яркость. Чуть-чуть, давайте. Что-то много, да? Но все равно темно, как было, так было. Ладно, и это называется... Слово такое есть, я забыл. Реализм, погружение, вот, как-то так. Ты здесь? Это ж папку ушел, я не помню. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо это рядом. Судя по всему, там что-то происходит. Блин, круто. Что это было? L3, на эту кнопку. Ну это я понял, прям недалеко папа произошло. Реально, куда папка делся? Алло. Ну, наверное, давайте вниз. Знаю папа! Я эти двухэтажные домища, где ничего не понятно никуда. Да что происходит? Я сам без понятия. Единственное, я не могу звук настроить. Так, ну тут у нас полиция. Потому что он у меня не через... Короче, очень сложная система, ребят, ладно. Возможно, что-то делаю не так, я еще буду постепенно разбираться. Так, полиция поехала мимо, а это не к нам, это хорошо. Вот его мобильник. Телефон. Он даже телефон не взял, серьезно? 8 звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Уже на в пути. Иду. Ладно. Знаете, меня всегда удивляли, как вот в Америке живут вот с такими домами. Это же не дверь, это же, ну, ничто. Даже в Крике такие были. Если знаете, если смотрели. Такой, оп, я ни при чем. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда. Скорей. Джейми! Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не жри! Скорей. Скорей. Господи. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Что-то какая-то грязь. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Давай, детка, залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Здорово. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара,
Ты как, солнышко? Да как-то не очень. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. У него даже на приборной панели щитки работают, представляете? Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй, не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Нифига себе, пробище. Одного, одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Разворачивайся. Господи. Томми. Твою мать! Охренеть! Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это... Сворачивай давай! Нет, 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 нет! Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся отсюда! Я пытаюсь! А! О, нет! А! Не останавливайся, Томми! Что не могу же я их задавить? Делай что-нибудь! Сзади тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Чё-то как-то все так давище. Перебор, я бы сказал. Папа? Эй! Пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Чё, это прям очень тяжко все. Ну, хотя бы Томми жив уже хорошо. Пап? Я здесь, милая. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Это уже геймплей. Офигеть. Я Томми потерял из виду. Вот он вроде. Мне страшно. Это всем нам страшно. О, нет. Закрой глаза, Сара. Побежали, давай, дядя Томми, что ты тормозишь? Слушай, оптимизация просто восхитительная. Что взрывы вообще не просадочки, ничего. Но знаете, Сара, у меня на телеке намного красивее, чем в записи. Посмотрим. Сюда! Переулок!
перелазить? А, нифига, удобно. Ты бы закрыл на всякий, красавчик. Можно как-то спринтить? Я не могу найти. Так. Квадратик. Надо много квадратика. Не, сюда. Зачем ты патроны тратишь, мужик? Он мертв! Почти пришли. Господи. Почти пришли, малыш. Так, ну сетка их по-любому остановит. Найди выход! Так, Томми, ты же выживешь, я надеюсь? Я не помню этого. Джон! Быстрее! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Дядя Томми! Ждем тебя там! Живо! Так, шоссе где-то слева, да? Очевидно. Нет, подсвечено, скорее всего, нам то, куда идти, окей. Почти пришли. Снова падать будет? Не, это вроде живой вертолет. Папа? Ух ты, ё-моё. Я проиграл? Просто хотел смотреть назад и бежать вперед. Почти пришли. Ясно. Ладно, я не буду оборачиваться. Нет, спринтить я не могу. Я все клавиши протыкал. Нифига. Быстрое прокликивание тоже не работает. Ладно, будем бежать просто. Так, уже плюс два. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт. Не надо. Что-то какое-то командование очень грубо. Сара? Блин, тут вон как жестко, ё-моё. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Я что-то и не думал, что официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Ну и скоро, наверное, геймплей будет. Лето. Такой английский Влад знает. Двадцать лет спустя. Одну минуту.
Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Сразу прям в гуще события кидают. Блин, какой саунд. Знаете, начальные нотки очень похожи на метро Last Light. Вначале, помните, когда пролетка камеры? Вот, а когда вот была заставка только что до этого, чем-то мне еще Шерлока Холмса напомнило. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Ребят, у меня еще буквально один вопрос. А скажите, пожалуйста, от чего зависит? Вот у меня на геймпаде иногда светится задняя панелька синим, иногда зеленым, иногда красным, иногда оранжевым. Я вот понять не могу. Если кто-то знает, то буду очень благодарен. Да ладно, правда? Так, я сейчас буду крутиться камерой, чтобы посмотреть, насколько это на записи будет. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Просто теперь намного проще будет с консольки записывать. Не придется ждать, пока скопируется, прям реально, ну, раз в 50 попроще. Возможно, когда-нибудь у меня получится рендерить даже, как это, процессором. И качество будет еще лучше. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Fucking die pig. Ясно. Ругательство на английском. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Ямара, ты не знаешь? Его поймали с фальшивыми талонами. Похоже. И что с ним сделали? А как ты их линчевать? Теперь у нас новые документы. Ага. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Ладно, проезжай. Держусь. Что дальше? Тут будем стоять. Чекпоинт U5. Красотка, чё-то я не пойму, что ты хочешь. Или ты за мной? Ну, пойдем. Давай, на каменных щах. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, мам! Закрывая! Джойстиц. Господи, вообще на другую кнопку бегать необычно, ладно. Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинут его окрестности.
мать. Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Так, аптечка. Вверх, для чего не держите R2? Нажмите, чтобы продолжить. R2. Ага, понятно. Так, нифига себе, это очень много времени занимает. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. Это не очень-то хорошо. Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Пока непонятно. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. Давай, типа тайный проход. А, тянуть, нифига себе, чуть джойстиком надо было. А ну-ка, спокойно. Чё ж так темно, ё-моё. Прямиком в ад просто. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. А, ну хотя бы свет. Берем снарягу. А где? Чтобы перепрыгнуть. Ну, паркурить я научился, это хорошо. Тележка прям как у меня. Чё я на картах? Дядя, встань. Господи, зачем ты на картах? Мой наши рюкзаки никуда не делись. Угу. Теперь же не револьвер, а просто... Патронов мало. Пистоль. Ну так не промахивайся. Перезарядки R2. Что-то пока управление очень необычное. Ну давай. А, 4 пулики всего. Да, мэм. Наверное, желтым то, куда можно залезть, подсвечено. Руку. Как я не выкинул сюда своим весом. Непонятно. Давай. Осторожно. Мы типа за периметр ушли. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Круто. Да уж, знаю. По-моему, на во время кручения как-то подлагивает. Ладно, разберемся. Где лестница? Вот что. Должна быть где-то здесь. Ну показывай, или я должен искать. Ну, по-любому она в кустах где-нибудь. А кусты непроходимые, вот. Есть. Супер, тащи. Обучение для просмотра, нажмите паузу. А я не хочу. Ну потом. Чё, я не разберусь? Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, все, ну, вроде того. Передвижение через X, это удобно.
И это удобно. Так, бегать можно, это хорошо. Знаете, интерьером фулыч напоминает. Вниз. Третий, наверное, да или четвертый. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если товар, вот, сразу бы показали для фонарика. Кстати, а когда следующая партия? Стой, споры. Так, и сейчас еще всякие щелкающие дядьки будут. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. Ну ладно. А вот и виновник. А, типа, человек свежий. Разлагается. Тут может быть опасно. Жесть. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Только не надо скримеров. Тише. А чёрт. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Ну зря ты про маску сказал. Не бросайте меня. Можно мне помочь? Задумал? Нельзя помочь? Вы серьезно, его убивать? А зачем? Я думал, можно спасти. Пошли. Ну ладно. Грубо, очень грубо. Так, здесь можно пройти? Может, мы какие-нибудь ништяки найдем, нет? Не, даже повзаимодействовать не с чем, но бывает. Впереди, слышишь? Я видел. Чтобы Джоэл прислушался, нажмите и удерживайте R1, правая. Угу, прикольно. И что делать? Подкравшись, нажмите, чтобы взять его в захват. Задушить? А, даже держать не надо, один раз нажать и норм. Все что ли? Я в любом месте могу прислушаться. Мне кажется, мы по стелсу пойдем. Мы же можем просто пройти? Или мне их убить? А, я могу там не сюда. Я думал, можно будет подкрасться. Давай, помогу. Ну ладно. Так тоже можно. Ну, это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Так мы же вышли из него, чтобы пройти, правильно понимаю? Видно, здесь тупик. Значит, в правую сторону, ладно. Красотка, что ж ты под ногами путаешься? Я тут был, вот сюда можно пройти, да? Наверх. Необычно, неоднозначно, ну да ладно. Не, просто комната, где ничего даже не плутать. Обидно. Мне как у любителя плутаться очень больно ходить по таким местам. И ничего нет. Ну хорошо. Значит, в эту дырку. Фонарик выключаем. Не, на улице намного приятнее. Прям раз в 15. Кислород. Это да. Вот за что я люблю природу. Так, потому если я город воняет. Обойду, может, так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Помочь тебе? Сюда. Она сама справляется. Прикрой вход. Ладно. Мы прыгать умеем?
Доска упала. И? Будь другом, а? Сейчас. В смысле, вниз слазить за доской или что? До конца не понял. Ну, наверное, да. Может, ее кто-то специально ну-ка, свалил? Передай мне. Ну-ка, на. А как она я выгляжу? Тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Принаси, она подкидывает. Так, а как мне-то выбраться? Эй. Не, где тупик? Отойду-ка я на всякий случай. Офигеть. Ну вот. Звук фонарика из джойстика, по-моему. И это всё, круто. Залезай и пошли. Раскомандовалась. Так я же не залезу, вы чё? Подождите. Уже близко. Камон, а как я залезу-то? В смысле, залезай. Как? Сюда, что ли? Не могу. А, ясно. Могу. Все, понял. И это не было сложным. Хоть бы не упал, хоть бы не упал. Нормально. Я, солнышко, прям ух. Лепота. Проверим, нет ли рядом солдат. Ну давай. Чисто, пошли. Жаль, паркура нету. Типа оп так подкатился стильно. Так, ну вроде зашли. Закрой. А вот тут как будто просадочки были небольшие. Именно на консольке. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Кто такой Роберт? Без понятия. Ну что, пошли. Ну, пойдем, а дверь закрывать. Эй, Тейс, эй, красотка, как делишки? Говорят, не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял, вот. Не сейчас. Клевая понял. Озвучка. Потерплю. Только не надо. О, песики, песики. Мне вперед идти? Типа опасные? Роналд, купи. Можно тебя Тесс, потрогать, мой красивый? Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Там что, бойцовский клуб? По-моему, по затылку нельзя бить. Прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Давай, попробуй продолжить. Давай, ломи его в табло. Помоги его. Чего разлёгся? Старый знакомый, не спрашивай. Ну ладно. Ну, я бы спросил. Нам сюда? Вот. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Все за деньги, все за деньги. Восход. Look for the light. Ищи свет, да? Или в поисках света? Началось. Это Роберт? Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту!
Жестко. Боевку будет учить. Чтобы. Понятно. Да. Займись ими. Так, мастер стелса сюда. Твою мать! Это не стреляй, дядя, дядя. Можно сюда целиться? А где какая-нибудь автонаводка? Нету ее, что ли? Господи. Ну ясно. Джойстика я вот так стреляю, ребят. По яйчишкам ему. Молодец, ковбой. Аптечку дашь, пожалуйста? Ты тоже. У меня плохой ковбой. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. А как сохранить сохранение? А, ну вот. Ага. Хорошо. Я же вроде нажал, все, хорошо. Пора с ним разобраться. Так, а может мы на этом закончим, ребят? Черт, тут не пройдем. Эй! Подсади, говорит, окей. Давайте мы на этом закончим, посмотрим, как пишет, что, как вообще, куда. В общем-то, если видос вам понравился, можете написать комментарий, поставить лайк, все читаю, все отвечаю. Большое еще спасибо всем за просмотр, всем спонсорам, всем всего хорошего, удачи. Ну и пишите, что по качеству. Мне кажется, будет неплохо. Надеюсь, правда. Вот. Всем всего хорошего, удачи, в самое лучшее. Обожаю всех, с вами был Хилл Хёртс.